Доброе утро всем зрителям телеканала «Югра», любителям спорта, поклонникам биатлона и просто всем тем, кто привык узнавать о том, что происходит в Ханты-Мансийском автономном округе путем просмотра телеканала, который основной задачей видит рассказ о том, что происходит в Ханты-Мансийском автономном округе. Вот и сейчас мы с удовольствием рассказываем вам о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе, а точнее в Ханты-Мансийске, в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко, проходит финальный этап Кубка IBU сезона 2017-2018 годов. И мы с огромным удовольствием на ближайшее время, час, а то и больше, посвятим себя биатлону, посвятим себя этому виду спорта, одному из самых красивых и, я думаю, что практически самому любимому у нас в Югре. Хотя, конечно же, знаем, что югорчане любят самый разный спорт. Ну вот сейчас у нас биатлон, сейчас у нас кубок IBU. Впереди нас ждет спринтерская гонка в исполнении девушек, женщин. Женский старт спринта на этапе кубка IBU. Меня зовут Александр Калачев. Я постараюсь рассказать вам не только о том, что происходит на дистанциях и на огневом рубеже, но и вообще о биатлоне, о спорте, о том, чем живет в эти дни автономный округ, чем живет в эти дни спортивное сообщество. Уже две гонки состоялось у нас, а точнее четыре гонки. Дебютировал суперспринт на международной арене. Впервые в турнире международного уровня состоялись соревнования по суперспринту. Особенность состоит в том, что в один соревновательный день спортсмены сначала бегут квалификацию, а затем проходят и финальный забег проходят. Соответственно, также состоялось и здесь, в Ханты-Мансийске, с чем я вас поздравляю. Дебютировал суперспринт, довольно интересная гонка. У нас на канале Югра тоже в прямом, замечу, эфире дебютировал этот вид гонки. И самое главное, мы тоже вписали себя в историю, потому что мы стали первой телекомпанией в мире, которая в прямом эфире показала столь сложную, динамичную, быстротечную гонку, как суперспринт. Принесли эти соревнования уже нам две медали и в женском, и мужском суперспринте. Бронзу взяли наши соотечественники. Не может это нас с вами не радовать, ведь все-таки в первую очередь болеем мы за россиян. Все готово в Югре. Ну, было готово все в Югре еще в начале недели. Сейчас продолжается. Вот погода немножечко смилостивилась над нами, над зрителями, над любителями. И потихонечку потянулись на трибуны Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко эти самые болельщики. К тому же решение оргкомитета, я думаю, повлияло. Я сообщу, если вдруг кто не знает, что и сегодня, и завтра вход на гонки и на северную, и на любую другую трибуну абсолютно бесплатен. Так что приходите, поболейте. Погода, мне кажется, это вполне нам позволяет. А самое главное, я напоминаю, что Югра Мегаспорт проводит еще и розыгрыш ценных подарков среди тех, кто приходит сюда, в Центр зимних видов спорта. Для этого нужно просто прийти, поболеть за наших ребят и, возможно, получить какой-то приятный подарок, приятный сюрприз. А, возможно, стать свидетелем триумфа кого-то из россиян или россиянок. Еще раз отмечу, что ждет нас спринт. Пробегут, наконец-то, вот под этой знаменитой аркой спортсмены. Дистанция суперспринта не позволяла нам, вернее, не нам, а организаторам, проложить трассу так, чтобы затронуть, собственно, вот эту достопримечательность. Ну вот теперь весь мир увидит эту арку в очередной раз. Спустя два года Югра принимает большие биатлонные соревнования. 7,5 километров предстоит пробежать девушкам. Три круга по 2,5 километра. Собственно, два огневых рубежа ждет девушек. Вот очертания трассы. Максимальная высота подъема 49 метров, спуск 23 метра, общий перепад высот 240 метров по дистанции. Но очень хорошая, щадящая, скажем так, трасса. Многие биатлонисты отзываются очень положительно о дистанциях стадиона Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко, потому что все сделано для того, чтобы показать, на что ты способен, при этом, ну, нету опасных каких-то спусков, падений и так далее. Все подготовлено, снега полно, вчера еще чуть-чуть природа потрудилась. Ну и сотрудники центра тоже поработали для того, чтобы дистанция была хорошей, чтобы спортсмены смогли показать все, на что они способны. Есть ветер, не очень сильный, при этом
нужно понимать, что от этого зависит точность стрельбы. В спринте, конечно, влияние точности стрельбы не так сильно, как в суперспринте. Тем не менее, тоже очень важно. Видим и стартовый лист. 41 спортсменка заявлена на эту гонку, 6 россиянок, но это квота сборной России, как хозяина этапа, заявить 6 спортсменок, всего же у нас в заявке 8, поэтому не все девушки попали, тем не менее, будет нам за кого поболеть. Под 6-м номером на трассу уйдет Полина Шевнина, под 21-м Ирина Услугина, Кристина Рисцова и Анастасия Егорова стартуют подряд, 25-я и 26-я, наконец, Маргарита Васильева 38-я и Евгения Павлова замкнет, собственно, на старт-лист. Под 41-м номером уйдет она на дистанцию. Я отмечу, что с разницей в 30 секунд стартуют девушки в спринте. Соответственно, в произвольном порядке занимают места на стрельбище. Интересно будет посмотреть, какие коврики кто предпочитает. Получили девушки винтовки. Алексия Рунгальдье на ваших глазах, на ваших экранах итальянка. Это Каролин Хорхлер, одна из сестер Хорхлер, которая, кстати, претендует на получение хрустального глобуса в заяве, в зачете спринта. Пока что в женском спринте лидирует Ульяна Кайшева. Номер 21. Аккуратнее, аккуратнее. 197. 25. 127. Номер 26. 005. Номер 32. 153. Тридцать пять. 717. Номер 38. 173. Скольжение хорошее, погода замечательная. Считанные секунды остаются у нас до первого старта спринтерской гонки. Еще раз напомню, кубок IBU проходит в Ханты-Мансийске. И первой на дистанцию идет Йоханна Скотхайм, представительница Швеции, трек Рунур, три короны. Вот она первая. В костюме лидера, собственно, устремляется на дистанцию. Впереди ее ждет 7,5 километров и 2 огневых рубежа, как, собственно, и всех тех, кто также сегодня стартует. А их, напомню, 41 спортсменка заявлена на эту гонку. 6 россиянок, и мы будем очень внимательно следить за тем, как наши соотечественницы проходят дистанцию. Ну, понятное дело, что будем следить за всеми спортсменками. У кубка IBU ведь свой несомненный такой интересный подтекст, скажем так. Это тот турнир международный, который дает шанс молодым начинающим, юниорам, юниоркам заявить о себе в большом биатлоне и, возможно, даже замахнуться на попадание в основную сборную, может быть заявленным даже на Кубок мира. Ну вот, в частности, если мы начали говорить о зачете хрустального глобуса в спринтерских гонках, то лидером в женском спринте является наша соотечественница Ульяна Кайшева, у нее 315 очков, но ее нет в заявке на финальный этап Кубка IBU, потому что она на Кубке мира пробует свои силы. И, соответственно, у двух сестер, Каролина Надин Хорхлер, появляются шансы на то, чтобы обойти россиянку. Но они отстают чуть более чем на 30 очков за две спринтерские гонки до подведения итогов. Вот, ну, посмотрим, как что-то у них получится. По итогам спринта формируется список тех, кто примет участие в гонке преследования. Состоится эта гонка завтра, в субботу, 17 марта. Еще раз призову всех любителей биатлона в Ханты-Мансийске, в окрестностях Ханты-Мансийска, да и вообще в Югре. Приезжайте, приходите, приводите семьи, поболейте за
девушек, за юношей, за мужчин, за всех тех, кто нашу страну на международных турнирах представляет. Ну и покажите еще раз всему мировому европейскому сообществу, что в Ханты-Мансийске любят биатлон. Ну вот вы можете слышать оживление трибун. Вы думаете, это спроста? Нет, не спроста. Просто на старте первая представительница России Полина Шевнина сейчас уйдет на дистанцию. Всего у нас 6 россиянок. Ну вот видим мы, что потихонечку заполняются трибуны. Представительница Свердловской области, между прочим, чемпионка Европы, юниорка, ну, среди юниоров. Так что, в принципе, опыт выступлений есть у Полины Шевниной. Посмотрим, как она себя проявит. Вот на ваших экранах Йоханна Скотхайм. Первая ушла на дистанцию. Совсем скоро пройдет она отсечку в 1 километр. Я напомню, по 2,5 километра каждый круг и 2 огневых рубежа. Ну вот он, этот замечательный план, столь любимый зрителями, любителям биатлона. Проход по мостику под аркой. Телекомпания «Югра» показывает всей Европе биатлон в Ханты-Мансийске. В принципе, нужно понимать, что уже давно понятно, что где в Югре спорт, там, собственно, и телеканал «Югра» присутствует рядышком. Опыт огромный показа соревнований самого разного уровня и по самым разным видам спорта. Не ограничивается ни биатлоном, ни лыжами. Понятно, мастерство показа спорта нашими специалистами. Тут тебе и хоккей, тут тебе и конкур, и водное поло, и теннис, и все, что только душе угодно. Я уже не говорю про волейбол и баскетбол. Все можем, все показываем. И здорово, что есть такая возможность. Здорово, что в Югре проводятся соревнования такого уровня. И здорово, что есть возможность показывать нашим зрителям эти важные старты. Понятно, что большая подготовительная работа ведется. Вот чтобы ни одну интересную минуту, секунду гонки не упустить, работает 17 камер на трассе. Каждая минута борьбы, особенно вот видно это во время контактных гонок, таких как гонка преследование, либо суперспринт. Конечно, борьбу можно сказать, щупать руками, особенно на подъемах. И здорово, что и у зрителей тоже появляется возможность прикоснуться к спорту, прикоснуться к вот этим вот состязаниям и поболеть, прочувствовать. Отмечали и на открытии, собственно, этапа Кубка IBU, и в процессе различных интервью представители Международного союза биатлонистов о том, что Югра, как всегда, оказалась готова. Я сейчас говорю не только о канале Югра, но и об округе в целом. Ну, здорово, что, говоря о Югре, мы говорим и о телеканале. Так вот, Югра готова. Как обычно, опыт есть, проведение есть. Самое главное, что есть желание проводить состязания. И вот, в частности, Виктор Майгуров, вице-президент IBU, отметил, что 20 лет Россия подает заявки на разные турниры и будет продолжать это делать. Есть, конечно, вопросы. Пока что российское антидопинговое агентство РУСАДА не восстановлено как член ВАДА, и требования подразумевают, что необходимо быть членом ВАДА, чтобы подавать заявки. Виктор Майгуров отметил, что как только будет восстановлено в своих правах РУСАДА, тут же Россия вновь начнет подавать заявки на проведение международных соревнований и будет делать это всегда. Вот видим мы, как на старте сломалась палка у представительницы Германии Луизы Куммер. И с одной палкой приходится ехать. Ну, возможно, тренеры сейчас помогут. Вот выбрасывает ненужную палку и ухватывает другую, поедет. Ну, а тем временем и Алексия Рунгальдье, итальянка, уходит на дистанцию. Так вот, закончу высказывание Виктора Майгурова о том, что Россия готова, и если РУСАДА будет восстановлена в своих правах, то, соответственно, подача заявления передается Национальной федерации биатлона, и Национальная федерация всегда находится в контакте с регионными организаторами, Ханты-Мансийском, Тюменью, и обязательно наш округ будет
попадать в число претендентов на проведение турниров самого разного уровня. Будем на это надеяться, потому что мы понимаем прекрасно, что только какие-то важные турниры позволят в том числе модернизировать инфраструктуру, улучшить как-то и центр зимних видов, и прилежащие все территории, все необходимое для проведения турниров. А это и точки общепита, и гостиницы, и работа общественного транспорта, и прочее, прочее, прочее. Понятно, что любой крупный турнир международный дает толчок не только для спорта, но и для развития бизнеса, услуг и так далее. Важность проведения состязаний понимают все, в том числе и в руководстве, понятное дело, округа. Губернатор Наталья Комарова, она заверила представителей IBU в том, что Югра всегда будет готова к большим стартам, потому что и болельщики хотят этих соревнований, и Югра готова их принимать. Ну, у нас уходит на дистанцию Каролин Офикстад Кноттен, представительница Норвегии, а представительница Швеции Йоханна Скотхайм на огневом рубеже первым, и она начинает стрелять. С 50 метров, если вдруг кто не знает, ведется стрельба по мишеням. В случае промаха следует штрафной круг. Но вот видим мы, что последний патрон мажет представительница шведской сборной. И сейчас штрафной круг она пройдет. Увеличит тем образом, тем самым себе дистанцию на 150 метров. То есть к 7,5 километрам прибавится еще 150 метров. У нас тем временем на коврике номер 6 Аита Гаспарин, представительница Швейцарии. Чисто закрывает все пять мишеней и устремляется в догонку за Йоханной Скотхайм. У нас сейчас будет постепенно, да, отстреливаться. Понятно, что это спринт-гонка особенная, потому что раздельный старт, и поэтому неважно, каким ты финишируешь. В общем, значит, надо понимать по отношению к другим спортсменам, каким ты финишировал. Тем не менее, наверное, обогнать того спортсмена, который стартовал раньше тебя, уже понятно, что ты быстрее его придешь к финишу. Но видим мы, что Сюзан Хоффман тоже промазала. И будет штрафной круг. Пока что не удается всем спортсменкам чисто отстрелять. Из трех вот только одна. Аита Гаспарин справилась с этой задачей чисто. Ну, совсем скоро здесь на стрельбище появится и россиянка Полина Шевнина. Посмотрим, как она будет это делать. Тем временем Анастасия Нечипаренко у нас стартует. А следом за ней на дистанцию уйдет и Ирина Услугина. Ну вот смотрим мы, как работают девушки ногами. В принципе, на отсечке в 1 километр лидировала Йоханна Скотхайм. Ну вот пока, в принципе, спортсменки сильно не оставит. Ну, вы слышите, как поддерживают трибуны Ирину Услугину. Представляет она Тюменскую область. Опытнейшая спортсменка, мастер спорта международного класса. Покажет сейчас все, на что способна. А мы тем временем смотрим на стрельбу. И вот она, Полина Шевнина. Давайте понаблюдаем, как будет талантливая юниорка проходить этот огневой рубеж. Допустила Полина один промах, будет у нее штрафной круг. Ну, впереди еще стрельба из положения стоя. Ох, мы видим, да, перед ковриком упала Полина, возможно, именно это выбило немножко ее из колеи. Один, нет, это Терезия Полякова, да, словачка. Но у нас тем временем появилась там и одна из сестер. Хорхлер, Надин на огневом рубеже. Спринт — интересная дисциплина. Она довольно, понятно, что спринт значит быстро, да, английское слово спринт, бег на короткие дистанции. 7,5 километра, два огневых рубежа. Один из, ну, таких старейших, скажем так, да, видов биатлонных гонок. На Олимпийских играх спринтерские гонки впервые прошли в 80-м году.
это было у мужчин. Ну, вот 12 лет понадобилось тому, 3 Олимпиады понадобилось для того, чтобы и женщины тоже стартовали. Отметим, что первой олимпийской чемпионкой в этом виде гонок стала Анфиса Рисцова. Анфиса Рисцова, уникальный человек, олимпийский чемпион в двух видах спорта, в биатлоне и в лыжах. Сегодня на дистанции ее дочь Кристина Рисцова. Она уже... Нет, она как раз сейчас стартует. Вот мы видим на ее экранах. Да, посмотрим, вдохновит ли успех ее мамы ее на то, чтобы показать и свои возможности на спринтерской дистанции. В чемпионаты мира гораздо раньше были включены спринтерские гонки. В 74-м и 84-м годах у мужчин и женщин соответственно. Ну, а первым чемпионом мира на этой дистанции стал финн Юхани Сутаринен. Первая чемпионка мира, наша соотечественница, советская биатлонистка Венера Чернышова. Ну вот мы видим, как уходит Анастасия Егорова, еще одна россиянка на дистанцию. Вот у нас уже 4 россиянки стартовало. Будем надеяться, что все у них получится. Ну мы смотрим, после первой стрельбы отставание Полины Шевниной от лидера по времени составляет 25 секунд. Ну вот он, штрафной круг в 150 метров. Пока что 4 спортсменки из 9 отстрелялись чисто. Надин Хорхлер, Аита Гаспарин, Фелиция Линдквист. И я вот смотрю, справилась Ника Блаженич. Правда, нет, ошибся я. Не Ника Блаженич, Сузан Куэл, представительница Эстонии. Примечательно, что, несмотря на то, что отстреляла чисто, отстает почти 34 секунды. Это говорит о том, конечно, как ногами работает спортсменка. Очень важно, конечно, вот это соотношение скорости бега и точность стрельбы. Понятное дело, что если в суперспринте, который вот у нас 2 дня назад дебютировал на международном турнире, в суперспринте, конечно, все спортсмены отмечают, что самое главное — это стрельба. Потому что, в принципе, круг 800 метров и общая дистанция в 4 километра – это, ну, по сути, для профессионального спортсмена даже не дистанция. И примерно в одном времени нужном пробежать может, ну, практически каждый. Поэтому очень много зависит от стрельбы. Мы это видели. Победы в зачете суперспринта и там и в женском, и в мужском праздновали именно спортсмены, которые точно отстрелялись. Очень это, конечно, важно. Отметили это победители на пресс-конференциях о том, что, конечно, в суперспринте главная стрельба. И там от нее зависит гораздо больше, чем в просто спринте. Ну вот смотрим мы, что Каролин Хохлер, вторая сестра Хохлер, отстрелялась. Отстрелялась не очень. Первые два выстрела промазала. И, значит, плюс 300 метров у нее уже к ее дистанции. И, соответственно, и время тоже. Становится все интереснее наблюдать за картинкой. Да, мы видим уже довольно большое количество спортсменок. Ну, собственно, стартовало уже 30 спортсменок. Даже. Остается еще 10 спортсменкам уйти на дистанцию. Мы смотрим за стрельбой представительницы Норвегии Кай Воен Николайсен. Ну и чистенько закрыла норвежка все 5 мишеней. И пойдет на второй круг по 2,5 километра. Напомню я, каждый круг в спринте. Потихонечку прибавляется болельщиков у нас. Понятно, что гонки проходят утром, днем, но тем не менее это удобно. Я очень надеюсь, что завтра, в субботу, на гонке преследования зрители заполнят трибуны. Ну и вот мы видим, что Йоханна Скотхайм пришла к стрельбе стоя. Второй огневой рубеж. Допустила Йоханна Скотхайм промахи.
И, значит, штрафные круги ее ждут. Меняется, конечно, после каждой стрельбы как-то положение. Посмотрим, как будет в итоговом. После второго огневого рубежа, по сути, остается 2,5 круга. И вот тут уже надо выкладываться по полной. 2,5 километра, один круг. И там уже надо по полной выложиться. Ну вот видим мы, что из положения стоя гораздо менее точны спортсменки. Аита Гаспарин два промаха допускает. Будет интересно посмотреть. Ну вот получается, что и Аита Гаспарин допустила промах. А Йоханна Скотт-Хайм, она и на первой стрельбе тоже была не совсем точна. Ну вот, видимо, с двумя промахами, тем не менее, бежит она. Ну, понятное дело, впереди. Тем не менее, посмотрим по времени. А у нас на стрельбе Ирина Услугина. Опытная спортсменка. На старте все 41 участница, потому что с одним промахом закончила стрельбу Ирина. Француженка Энора Латулье на вашем экране. Ну и вот видимо, что Сусан Хоффман отстреляла чисто и из положения стоя тоже. Заявка на победу от австрийской спортсменки. Аита Гаспарин с двумя промахами. Ну вот ее, да. Одну секунду отстает Сусана Хоффман от Йоханны Скотт-Хайм. И сейчас развернется там, конечно, борьба. 2,5 километра еще осталось пробежать этим спортсменкам. Они финишируют и будут ждать уже, как остальные спортсменки пройдут дистанцию спринтерскую. Завтра здесь, в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко, гонка преследования. 30 лучших, собственно, спортсменок из спринта попадут в гонку преследования. И будут стартовать не общим стартом, а раздельным, в зависимости от того, какое положение займут сегодня. Но все равно борьба будет интересная. Полина Шевнина у нас на огневом рубеже. Два промаха допускает представительница Свердловской области. Два штрафных круга. И очень сложно уже будет на что-то рассчитывать. Один хорхлер. Чисто отстреляла лежа, но вот стоя уже один промах допустила. Два промаха, да. Надо немножечко отдышаться. Каждый промах добавляет 150 метров к дистанции. Кристина Рисова. Тоже два промаха. Ну вот вам, пожалуйста, говорил я о том, что ветер. Вот я сейчас смотрю по флажкам на стрельбище. Ветер как подусилился и трепет вот эти вот красные флажочки. И причем ветер встречный. А у нас Евгения Павлова, последняя, собственно, из сегодняшних участниц сегодняшнего спринта уходит на дистанцию. Россиянка Анастасия Егорова. Ну вот посмотрите, довольно быстрая стрельба, при этом не совсем точная. Два промаха. Сложно, сложно. Я смотрю, что все меньше и меньше девушек с чистой стрельбой. Есть вообще рекордсмены. Вот я вижу, что Каролина Питон из Польши 4 промаха на стрельбе лежа уже допустила. Да. Ну вот после второй стрельбы на дистанции девушки идут. Нам показывают Фелицию Линдквист, которая допустила промах. Проходит на штрафной круг. Ну вот я вижу, что потихонечку вырисовывается. Ну, Полина Шевнина за счет трех промахов, конечно, на минуту с лишним отстает по времени пока. Обрывается в топ-5 на один хорхлер с двумя промахами. Ну, посмотрим. Сейчас интересная, конечно, борьба. На последнем круге развернется. Сейчас девушки бустеров. Ну, вот, видимо, после первой стрельбы показатели, да. Многие биатлонисты соперничают по скорости. Десяток спортсменок, даже меньше 10 спортсменок смогли отстрелять точно. Ну,
вот видим мы и по два промаха у Кристины Рисовой, у Анастасии Егоровой. Понятно, что промахи на огневом рубеже, особенно на первом, сразу же усложняют задачу. Ингела Андерсон, шведка, отстреляла чисто. Ну вот я сравниваю, тем не менее, показатели после первой и второй стрельбы. Вижу, что лидеры, в принципе, те, кто должен был, тот и должен был. Но я вижу, что ни одна спортсменка не смогла точно отстрелять оба огневых рубежа. Пока, правда, только 8 из 41 спортсменки дважды попробовали свои силы на стрельбище. Смотрим отсечку в 6 километров. Ее уже прошли Сузанна Хоффман, Йоханна Скотхайм и Аита Гаспарин. И нужно отметить, что потихонечку ногами Йоханна Скотхайм обошла, да, и Гаспарин. Хоффман с одним промахом показывает пока лучшее время. Ну, посмотрим, что будет на финише и какой будет итоговый финишный протокол. Все 41, все спортсменки стартовали, никто не снялся с дистанции. Вот мы видим, как Евгения Павлова проходит под аркой. Арка, инженерное сооружение, Курганский мостостроительный завод постарался и сделал для Ханты-Мансийска вот такое сооружение, такую достопримечательность. Каролин Хорхлер. Два промаха она допустила из позиции лежа. Посмотрим, как будет стрелять стоя. 12 секунд понадобилось, чтобы первый выстрел произвести. И вот 4 секунды. 3-4 секунды тратят на прицеливание. Ну, сейчас подольше, да, почти 5. Вот можем понять мы, да, примерно верно, сколько тратят. И тем не менее один промах. Скорость стрельбы тоже важна, но как и скорость на дистанции. Выкатилась на стадион стартовавшая первая Йоханна Скотхайм. На отсечке в 6 километров показывала она третье время. Посмотрим, смогла ли накатить. Ну, как бы там ни было, поддерживают болельщики. Вот здесь интересная, да, знаменитая еще одна, кстати, достопримечательность Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Разворотная эстакада. Специально была она создана для чемпионата мира. Очень интересное инженерное тоже решение. И видите, зрительские места, которые на хороших больших турнирах заполнены. И спортсмены финишируют мимо вот этого моря болельщиков. По одному промаху допустила представительница Швеции на каждом из огневых рубежей. И вот, собственно, финиширует она. 24 минуты и 40 секунд понадобилось спортсменке, чтобы пройти дистанцию в 7,5 километров. У нас тем временем показывают нам на огневом рубеже Аня Кукнол. Еще одну представительницу Германии. С одним промахом уйдет она сейчас на дистанцию. Но у нас тем временем к финишу приближается Сузанна Хоффман. Она лишь один промах себе позволила. И мы видим, что она уже показывает лучшее время на сухты, даже на 25 секунд опередила. Ну и вот, собственно, Аита Гаспарин тоже ногами уступила даже Йоханне Скотхайм. Ну, сейчас будет интересно у нас тут, да? Понятно, что как-то лидеры финишируют уже примерно верно. Понятно, что есть заявка на победу. Но посмотрим, в том числе, и как россиянки наши будут финишировать. Вот одна из них, Маргарита Васильева, пришла на первый огневой рубеж. А тем временем Ирина Услугина стреляет стоя и начинает с промаха. По одному промаху у Ирины Услугиной. Маргарита Васильева тоже допустила уже промахи. Не совсем заладила стрельба. Я смотрю, да, тут
5 промахов есть. Сложные, видимо, сложные погодные условия. Действительно, нам-то с вами не очень видно, да? Телевизионная картинка не передает ни силу ветра, ни прочие какие-то вещи. Ну вот мы видим, как довольно идет Сюзанна Хоффман. Показала она все, на что могла, на что была способна, и пока лидирует. Ну вот после второй стрельбы видим мы, да? Достаточно количество промахов. Я еще раз отмечу, что лучшие в спринте завтра стартуют в гонке преследования. Тоже очень интересная гонка. Стоит прийти поболеть. Кто не сможет, обязательно смотрите трансляции на канале Югра. Покажем вам в прямом эфире все гонки. Сегодня еще одна трансляция будет в 13:50. Включайте ваши телеприемники и смотрите спринт у мужчин. А завтра в 10:50 утра и в 13:30, собственно, гонка преследования. Сначала у женщин, потом у мужчин. Покажем вам во всей красе все состязания. Посмотрите, как хорошо. Чуть не сглазил я. Отлично, Евгения Павлова отстрелялась. Финишировала Полина Шевнина. Ну да, вот видимо, пятое время. Ну, с тремя промахами трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее, отметим работу ногами. Три промаха, что, в принципе, больше, чем у всех пока лидеров. Но минута 26 отставания. Надин Хорхлер с двумя промахами тоже 46 секунд. Привезла отставание. Ну, сложно, сложно, да. Все-таки не задалась стрельба практически ни у кого, кроме лидеров. Ну, наверное, они и отметят сегодня, собственно, медали свои. Ну, вот видим мы вид на центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Кристина Рисцова два промаха допустила из позиции лежа. Сейчас стреляет стоя. И Анастасия Егорова рядом. Эх, последним патроном мажет Кристина. Анастасия Егорова точна, при этом два промаха на лёжке. Сложно, сложно будет ногами доработать, но тем не менее, впереди 2,5 километра. Вот все равно, понимая, что ты отстрелял чисто, наверное, бежится легче, да? Ты понимаешь, что все впереди только в ногах твоих. Теперь уже просто беги, беги 2,5 километра, глядишь, и все получится. Кристина Рисцова уходит на штрафной круг, а вот Анастасия Егорова устремляется. И вот мы видим, что она имеет после двух, после второй стрельбы имеет преимущество небольшое. Правда, тут же австрийка, вы посмотрите, кстати, Юлия Швайгер, которая не допустила ни одного промаха ни на первом, ни на втором огневом рубеже. И это уникальный случай, смотрите-ка, вот я вижу по зачетному листу. Единственная девушка, которая сегодня ни разу не промазала, это, собственно, 27-я спортсменка. Спортсменка по номеру 27, Джулия, Швайгер. Ну, хотя, может быть, и Юлия. Кто их австрийцев знает. Ну и отметим работу ногами Егоровой, которая с двумя промахами, в принципе, после двух огневых рубежей показывает очень хорошее время. Посмотрим, конечно, что будет на отсечке в 6 километров. Посмотрим, что будет на финише. Мы видим, как постепенно финишируют спортсменки. Вот, собственно, 10 из них, 10 из 41 уже пересекли финишную черту. Не у всех получилось. У кого-то совсем не получилось. Ну, будем смотреть дальше. Отмечу, что после первого огневого рубежа с нулем была россиянка Евгения Павлова. И мы держим кулаки за нашу соотечественницу. Надеемся, что она не растеряет силы на дистанции. И обязательно постарается отстрелять чисто и из положения стоя. Еще одна швейцарка Сюзанна Майнин на ваших экранах. 15 секунд понадобилось ей, чтобы подготовиться к стрельбе. Ну, понятно, надо привести, да, дыхание в соответствии с сердечным ритмом. Тем более здесь вот особенность центра зимних видов спорта состоит в том, что перед стрельбой приходится спортсменам совершить подъем в гору. И
Но это, в принципе, добавляет, да, непредсказуемости стрельбе. Ну вот Каролин Хохлер на ваших экранах. Финишировала она с 9-м результатом. Хлоя Шевалье, француженка, довольно долго выцеливала. 8 секунд, но смотрите, выстрелила точно. Да, много времени на прицеливание. При этом, посмотрите, отстрелялась чисто. Еще одна заявка, да? Смотрите, как по времени хорошо идет француженка. Возможно, что и на промежуточной отсечке после второй стрельбы подвинет нашу Егорову Анастасию. Нет, не подвинула, но, скажем так, дышит в спину. 13 спортсменок уже финишировало, между тем у нас потихонечку вырисовывается картина. Пока что лучшее время показала спортсменка из Швеции, Фелиция Линдквист. Ну, а это финиш Полины Шевниной, которая вот сейчас пока что на 11-й строчке. Но с тремя промахами сложно, наверное, рассчитывать на какие-то другие результаты. Ну вот, смотрим мы после финиша по расклад, да. 1-2, 1-2, 3 промаха. Ну, смотрите, Каролин Хохлер с тремя промахами стала 9-й. Ну, отставание серьезное. Минута, конечно, да. Тем временем отсечку в 30 спортсменок прошли 2 стрельбы. Еще 11 впереди. Потихонечку финиширует. Вот на ваших экранах Каролин Офиксгат Кноттен, норвежка. Ну а это представительница той самой последней группы. И вот Евгения Павлова. Видим мы, что на отсечке в... по-моему, километров. Вот Ирина Услугина финишировала. И смотрите, как здорово. Первое время показала. Вот это да. С двумя промахами выложилась по полной россиянка. Ну, молодец. Молодец, Ира. Два промаха. При этом как отработала ногами. Обошла и Линдквист, и Рунгальде, и Хоффман, и Хорхлер. У которых меньше промахов. Молодец, Ира. Ну что ж, заявка на подиум. Здорово. Все силы оставила здесь, на лыжне. Ну, разве нельзя не любить спорт? Посмотрите, спортсмены стараются выкладываться по полной. Вот это вот красота воли, силы, духа, упорства спортивного. И все это на наших глазах. Ну, здорово. О, спорт и мир. Ну, видим мы, да, финиширует Каролина Питон. 4 промаха лежа и ни одного стоя. Вот вам, пожалуйста. Как бывает, однако. Ну, тем и хорош спорт, да. Спорт иногда реально рисует нам такие сюжеты, по которым потом пишутся книги, снимаются фильмы. А порой и такие вещи происходят в спорте, что ни словом не сказать, ни в сказке сказать, ни пером описать, как говорится, действительно... Очень много интересного. Анна Мака, польская спортсменка, и Маргарита Васильевна, наша соотечественница, пришли на огневой рубеж. Не все получается у Маргариты Васильевой. Два промаха. 300 метров дополнительно к дистанции. Ну и полячка тоже. Те же два же промаха. А вот Евгения Павлова, которая чисто отстреляла первый огневой рубеж, но вот из положения стоя не получилось. Два промаха. Тем не менее, вот возьмет за пример, если выступление Ирины Услугиной в сегодняшней гонке. Вот она на ваших экранах. Которая пока что показывает лучшее время. И это с двумя-то промахами. Ах, нет. Анастасия Егорова, другая россиянка, смещает Ирину Услугину с первой строчки. Ну что ж, смотрите, нужно отметить... Девушки, которые промазали на первом огневом рубеже, а затем... Ох, ну тут, конечно. Все, вот оно. Все, что могла. Юлия Швайгер,
Австрийка. Ну, посмотрите, абсолютно чистая стрельба. Уникальная. Единственная спортсменка, которая сегодня ни разу не промазала. Вот она, сила стрельбы. И я думаю, это заявка на золото. Кристина Рисова с тремя промахами будет где-то за пределами первой десятки. Ну, хотя пока еще в пределах, тем не менее. Я отмечу, что идут в зачет очки, которые набирают девушки в этой гонке. Ну, вот смотрим мы позицию после второй стрельбы. Видим мы, что абсолютно чисто отстрелявшая австрийка в итоге и пришла первой к финишу. Ну, и отметим, как ногами все-таки наши девушки накатили, имеющие по два промаха на гонке. Егорова и Услугина очень здорово себя показали. Ну вот, собственно, стрельба лидера сегодняшнего спринта. Молодец. Нашла необходимый оптимум для того, чтобы учла и погодные условия, и силу ветра, и прочее. И вот отстреляла абсолютно чисто. Собственно, это и залог победы. Болельщики потихонечку начинают радоваться. Ну, надо радоваться. У нас сегодня, я думаю, все-таки медаль-то будет. Может быть, даже не одна. Конечно, еще впереди достаточное количество спортсменок. Пока что финишировало 26 из них. 15 еще идут. Ну вот. Хлоя Шевалье. Несмотря на то, что один промах. Но тяжело даются километры французской спортсменке. Ногами не смогла она догнать. Аника Кожица. Хорватка финишировала. Ну и вот мы видим, как финиширует представительница Швеции Ингела Андерсен. Отмечу, что в зачете Кубка наций женская сборная России безоговорочный лидер. И, в принципе, сегодняшние успешные выступления девушек наших и зачетные очки помогут нам закрепиться. У мужчин не все так здорово. Мы третьи, уступая Норвегии и Франции. Но посмотрим, что сегодняшний спринт там даст. Может быть, и там достаточное количество зачетных очков россияне наберут для того, чтобы и в зачете Кубка наций тоже подняться как можно выше. Мужчины побегут 10 километров. Тоже у них будет два огневых рубежа. Уже известен стартовый лист. Нас много интересного ждет. И Алексей Волков, и Алексей Слепов. И наш земляк Петр Пащенко выйдут на дистанцию. Обязательно за них поболеем. Сузанна Майнин, швейцарка, финиширует с очень серьезным отставанием. Ну, у нас потихонечку все проходят. Все спортсменки уже отстрелялись. Практически все спортсменки прошли уже отсечку в 6 километров. Еще шестеро из них отметится. Ну вот, видимо, как Маргарита Васильева. Ну, с пятью промахами на что-то рассчитывать сложно. Тем не менее, надо ногами показать максимальный ход. Вот на ваших экранах Анастасия Егорова, еще одна россиянка. Пока что на серебряную медаль всерьез претендует она. На 10 секунд отстала от лидера, от Юлии Швайгер. А это Евгения Павлова, еще одна россиянка, которая, к сожалению, два промаха допустила из положения стоя. Довольно, довольно представительница Австрии. Ну, да, ее соотечественница Сузанна Хоффман на седьмой строчке находится. Один промах стоил ей, собственно, этого отставания. Ну, а вот тем временем видим мы, как финиширует Виктория Падел-Хернандес, испанка. Не самый распространенный вид спорта в Испании биатлон, но здорово, что и эта страна европейская в семью большую биатлонную пришла. В принципе, есть где тренироваться испанским спортсменам. Могут приезжать в Ханты-Мансийск тренироваться. Между прочим,
Центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Практически единственный в мире невысокогорный стадион, который уже в сентябре может предложить спортсменам тренировки на настоящем снеге. Вот такой вот уникальный у нас центр. Конечно же, очень мы все надеемся, что этот центр неоднократно еще примет состязания самого высокого уровня. Но согласитесь, грех не использовать такие возможности. Отличная природа, классная дистанция, люди, которые любят биатлон, люди, которые умеют проводить биатлон, люди, которые умеют показывать биатлон, комментировать его. Это, конечно, ценнейшее богатство, его надо использовать. Я надеюсь, что и в Союзе биатлонистов России, и в Международном биатлонном союзе, в IBU, тоже все понимают о том, что Югру в биатлоне надо использовать по полной. Ну что, у нас тем временем финишировали 33 из 41 спортсменки. Вот проходит последний подъем Маргарита Васильева. Отсечка в 7,2 километра. Остается 800 метров до финиша. Ну и, собственно, отсечку в 7,2 километра. Ну, тоже практически все уже прошли. Евгения Павлова. Тоже сейчас пройдет. Ну, где-то в первой десятке. Сложный подъем, ну и потом еще надо по самому стадиону пробежаться, но там уже силы экономить не надо. Вот интересно очень наблюдать сейчас. Прям он набирает ход. Анника Кнолл, представительница Бундестим, финишировала, ну, допустил достаточное количество промахов. Я отмечу еще раз, что пока что всего лишь одна спортсменка, да не пока что, а всего лишь одна спортсменка в сегодняшнем старте спринта смогла показать стопроцентный результат на стрельбе. Это представительница Австрии, собственно, Джулия Швайгер или Юлия Швайгер. Ну и вот это ее чистая стрельба и стала залогом того, что она победила в спринте, взяла первое место, золотую медаль. Поздравляем ее. Ну и не можем не радоваться тому, что сразу две россиянки. Ах, как-то незаметно. Ну, Хло Шевалье сместила Ирину Услугину с третьей строчки. И только одна россиянка, да, поднимется на пьедестал почета. Ну, тем не менее, порадуемся за Анастасию Егорову. Серебро в зачете спринта. Навязала борьбу, допустила два промаха, при этом шикарно отработала ногами. Посмотрите, даже Хло Шевалье, которая допустила один промах, не смогла ее догнать. Это не может не радовать. Третья гонка и третья медаль у России. Две бронзы были, вот теперь серебро. И, в принципе, будем с вами рассчитывать на то, что, возможно, в спринте мужском уже наконец-то мы и золото дождемся. Есть для этого все предпосылки. Будут стараться, я уверен, спортсмены. У Алексея Волкова, я так думаю, какой-то запредельный должен быть настрой. Я думаю, что мы обязательно увидим в исполнении наших спортсменов максимальный настрой на борьбу, максимальную эту самую борьбу, и будем надеяться, что и золотые медали нас уже порадуют. Пока что порадуемся серебру, двум бронзам, три медали, кстати, пока что здесь никто не завоевывал. Две, да, у немок две медали вчера в суперспринте, а у россиян три. Так что в медальном зачете, в общем количестве медалей, в таком неофициальном, Россия пока что лидирует. Ну все, финишировали все спортсменки у нас. Собственно, еще раз отмечу итоговый расклад. Первая строчка за представительницей Австрии. Под 27 номером стартовала Джулия, она же Юлия Швайгер. И ни разу не промазав, пришла к финишу, показав лучшее время, взяв первое место. На второй строчке Анастасия Егорова, которая по 26-м номерам ушла на дистанцию.
Два промаха допустила, при этом очень хорошо поработала ногами и отстав 14 на 14 секунд. Ну, кстати, слушайте, я так думаю, что у Анастасии Егоровой, да не думаю, а уверен, у Анастасии Егоровой лучшее время ногами. Ну, с чем мы вас поздравляем. Это очень здорово. И завтра в гонке преследования у Анастасии Егоровой есть реальный шанс. Она через 14 секунд отправится на дистанцию догонять австрийку Юлию Швайгер. Ну вот, итоговый результат. Ирина Услугина на третьей строчке у нас. Тем не менее, я все равно вижу. Да, точно, Ирина Услугина. Третья строчка. Севидата чуть-чуть было меня не обманула. Но теперь все пришло в порядок. И на третьем месте с двумя тоже промахами Ирина Услугина, еще одна россиянка. У нас 4 медали. О-о-о. С чем я вас всех и поздравляю. После трех гонок у сборной России 4 медали. 3 бронзовых, а 1 серебряная. Сегодня в цветочной церемонии примут участие также француженки. Француженка, шведка и итальянка. Ну, а россиянки две ступени пьедестала почета уступили только лишь австрийки Юлии Швайгер, которая, еще раз отмечу, ни разу не промахнулась. Вот она, точная стрельба. Ну, еще раз не могу не отметить то, как девушки готовы работать ногами. Отставание в 10 секунд от лидера, имея 2 промаха, это, конечно, шикарно. Анастасия Егорова завтра, я уверен, постарается претендовать на первое место в пасьюте. Ирина Услугина, ну, отставание в 26 секунд, оно, конечно, более критично, но, тем не менее, если немножечко подправить стрельбу, или, может быть, учесть погодные условия. А может быть, завтра и погода будет другая. И кто знает, учитывая, что так хорошо ногами работают наши девушки. Ногами показали лучшее время две россиянки. И Егорова, и Услугина. Если бы это были лыжные гонки, то у нас было бы золото. Ну вот, смотрим мы. Ирина Услугина по 21 номерам ушла на дистанцию. Шла хорошо, но смогла прийти только третьей. Чем все предыдущие гонки, но мягкий какой-то был. Dear participants and spectators, we are starting the flower ceremony of winners and prize winners in IBU Biathlon Cup Final Sprint Women. The ceremony is divided in two parts. Firstly, we award winners and prize winners of Sprint Women, and secondly, we award the winner of Women IBU Cup Sprint Score and the winner of Women IBU Cup Nation Score. The ceremony is held by IBU First Vice President Viktor Maigurov and Executive Director of Organizing Committee Valerii Radchenko. The first place, Julia Schweiger, Austria. Поздравляю. Thank you.
Джули, Джулия поют сейчас болельщики сборной Австрии, потому что на первой строчке и на первом месте спринта на самой высокой ступени пьедестала почета австрийка Джулия Швайгер. Ну и в окружении, скажем так, российских биатлонисток на второй строчке с серебром Анастасия Егорова. Ну и бронза у нашей еще одной соотечественницы, опытнейшей мастера спорта международного класса Ирины Услугиной, представляющей Тюменскую область. Ну что ж, не зря собрались болельщики сегодня здесь, в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Посмотрели за красивой гонкой, порадуются сейчас за наших девушек. Так же, как рады за них Валерий Радченко, председатель оргкомитета Кубка IBU, и Виктор Майгуров, первый вице-президент IBU. Именно они проводили церемонию награждения. Ну и цветочная церемония продолжается. На пятой строчке у нас с вами представительница, на четвертой строчке представительница Франции Хло Шевалье. На пятом месте представительница Швеции Фелиция Линдквист. И шестую строчку заняла итальянка Алексия Рунгальдье. Под 13-м номером вышла она на дистанцию. Ну, удачи или неудачи этого номера хватило лишь для цветочной церемонии. Ну, посмотрим, что теперь девушки покажут в гонке преследования. Я напомню, что завтра у нас состоится пассиют женский. И, собственно, на дистанцию девушки будут уходить с разрывом, который показали в спринте. То есть, в принципе, у каждой из участниц цветочной церемонии, кроме лидера, есть шанс на самые высокие места. Все зависит от того, как отстреляются девушки. Мы сегодня видим, что ценность точной стрельбы очень важна, потому что первое место, собственно, взяла девушка, которая ни разу не промахнулась, показала стопроцентную стрельбу и, собственно, пришла к финишу. Ну, а мы отметим еще раз то, какую шикарную работу ногами и какой хороший ход показали наши спортсменки, имея по два промаха. Тем не менее, отстали на 10 секунд Егоровой, на 26, соответственно, Услугина. Ну и знаменитое катание на оленях, как без этого. Олени – один из символов Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Такой же, как арка и как разворотная эстакада. Не случайно Ханты-Мансийску часто доверяют финальные этапы. И Кубок мира у нас финальный этап проходит, и Кубок IBU вот на этот раз. Потому что именно на финальных победительниц и победителей финальных этапов возят на оленьих упряжках. Ну что ж, поехали. Я уже не знаю, кто больше рад этой поездке. Спортсмены ли, олени ли, оленеводы ли. Для них, конечно, тоже почетно очень. Ну что ж, с хорошей скоростью. И у нас тем временем, пока девушки едут по почетному кругу, по кругу почета, проходит вручение хрустального глобуса. Ну вот, пожалуйста, Каролин Хохлер. Хохлер, несмотря на то, что заняла она 18 место, но этих зачетных очков хватило для того, чтобы обойти в зачете хрустального глобуса в спринте. Обошла она Ульяну Кайшеву и получила, собственно, этот самый хрустальный глобус. С чем мы ее и поздравляем. Ну что ж, вот финишировали и олени упряжки. Финишировала, собственно, все. Все всем вручено. Я еще раз напомню, что сегодня в 13:50 включайте ваши телеприемники. Ну, а лучше вообще не переключайте. Смотрите игру.
Federation. Я услышал очень важное слово Russia Federation. Важное словосочетание. А, ну да, конечно же. Сборная России получает кубок хрустальный в зачете Кубка нации. Точно. Конечно, мы и так-то были лидерами в зачете Кубка нации. Женскую сборную я имею в виду. А тут еще и две медали. И зачетные, соответственно, очки. Ну что ж, супер. У нас на югорской земле сборная России получает хрустальный глобус в зачете Кубка наций, Кубка IBU сезона 2017-2018. Вот, посмотрите, сплав молодости и опыта. Девушки, которые молодые абсолютно, которые опытные, перенимают друг у друга опыт, чему-то учатся. И будем надеяться, что те юниорки, которые... Вот уже на Кубке IBU о себе заявляют громко, со временем заявят и на Кубке мира, и в чемпионатах мира, и, конечно же, на Олимпиадах мы ждем. Знаем мы, что не все хорошо в российском биатлоне на большом уровне, но, тем не менее, вот победы в зачете Кубка нации, Кубка IBU – это некий такой аванс. Ну и вот на ваших экранах Каролина Хорхлер. Ну а мы смотрим, да. Самые яркие моменты. Падение россиянки Полины Шевниной. Сломанная палка Луизы Куммер. Мы не знаем, что повлияло на выступление. Падение ли, сломанные палки ли. Но мы знаем точно, наверняка, что на первое место повлияла исключительно точная стрельба. Сегодня такая интересная у нас была гонка, которая по-своему дала локальный ответ на вопрос, что важнее, точно стрелять или быстро бегать. Мы все знаем, что в биатлоне важно и то, и другое. Но вот сегодня такой хрестоматийный пример, когда девушка, которая ни разу не промахнулась, первой пришла к финишу. Но, с другой стороны, есть не менее хрестоматийный пример о том, как две девушки, которые очень хорошо работали ногами, несмотря на два промаха, смогли занять вторую и третью строчку турнирной таблице, если можно так сказать, вторую, третью ступень пьедестала почета. Ну, видим мы, да, как катают на оленях победительницу, обладательницу хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Каролин Хорхлер, одну из сестер Хорхлер. Ну и сборная России, женская сборная России, которая в зачете Кубка нации не оставила шансов никому из преследователей. Ну и сегодня в очередной раз подтвердили, что именно командно девушки очень готовы. Очень плотные результаты. Ведь я отметил уже, что второе и третье место наше, но ведь я отмечу и еще и девятую строчку Павловой и 25-е место Шевниной Полины, а это тоже зачетные очки. В общем, ну и, конечно же, Кристина Рисова, которая пусть и стала 12-й, но, тем не менее, принесла те самые необходимые очки для зачета. Очень рад был с вами пообщаться. Услышим совсем скоро в 13:50 на телеканале «Югра Спринт». Любите спорт и будьте здоровы!